Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». Сегодня приятная новость. 1 июня наш розничный магазин открывается и продолжает работу в обычном режиме. Мы ждем вас все в гости, прям ждем с нетерпением, очень соскучились. И как праздник весны, последняя неделя весны, начало лета, это цветки ландыша. Вот такую коллекцию эмали мы сегодня и начнем смотреть. То есть вся будущая неделя у нас пойдет под знаком эмали. Первое изделие, которое мы смотрим, артикул на сайте 32072. Вот такое великолепное произведение ландышей. Ландыш – это символ женственности, чистоты, любви. Посмотрите, какая красота. Шиночка – обыкновенная обручалка. Великолепный совершенно узор из эмали. Видите, разных цветов. Цветочки ландыша. И в середине у нас сейчас стоит в данной ситуации опал искусственный. У эмали приятная такая размерная сетка, видите, 18-25 есть размерчик, но я его померяю на 17,5 лета, уже достаточно жарко, и руки немножко начинают отекать, да. Смотрите, прекрасный английский замок, широко открывается, достаточно удобные крючки, и я хочу сказать, что у эмали все изделия не тяжелые, поэтому если ваши ушки не любят тяжелые изделия, то это прям ваш вариант. Ну, посмотрим все варианты расцветок, посмотрите, вот такая вот красотища, прям живописная картина. В общем, мы прям получили наслаждение от просмотра коллекции эмалей. Следующий у нас цвет. Здесь у нас стоит уликсит сиреневый. Размер 18. Также я на 17,5 мерю. На 18,5, боюсь, не налезет. На сайте у Сережек артикул мы смотрим 23082. Вот такой вот вариант цвета. Видите, вот такая красота. Ну и все остальные цвета, я думаю, мы с вами посмотрим просто в колечках. Наверное, у Сережек модель всегда одинаковая, вот так поближе. Здесь у нас идет уликсит, размер 17-75, про что я и говорила, четверть размера ход. Видите, я специально вращаю, чтобы вы видели вот эту полоску, как у кошачьего глаза. Уликсит идет переливание такое. Еще приятные пошли в этих изделиях натуральные камни. Завод эмали ставит теперь. Вот, например, натуральный розовый кварц. Размер также колечко 18. Посмотрите, приятного такого цвета. Розовый кварц, прям такой плотный цвет, хороший, насыщенный. И еще один тоже приятный вариант. У нас теперь есть такие же изделия с натуральным горным хрусталем. Причем два комплекта в размере. Один размер 17,75, другой 17,5. По своей прозрачности хрусталь немножко разный, поэтому пока еще есть возможность выбрать. И еще с ландышами у нас пришли совсем-совсем новенькие изделия, которые до этого у нас ни разу не поступали, но тоже такие милые, знаете, прям на весну, на лето, превосходный совершенно вариант. Вот такой вот кулончик, когда видите, такой своеобразный лист с цветочками. Артикул на сайте 11099. И вот такая модель сережек. То есть полностью она дублирует кулончик. Тоже здесь лист ландыша, украшен цветочками. Английский замочек обыкновенный, достаточно широко открывается. Очень легенькие эти изделия. И есть в белом еще варианте, посмотрите. Вот такую красоту на прощание весны подарил нам завод «Эмалия». Заходите, у нас огромное количество пришло. Так что я думаю, эту неделю вы очень многому порадуетесь. Всего хорошего.